Яркие краски, сочные впечатления – все это на полотнах заслуженного художника России Александра Беглова. Его персональная выставка «Палитра странствий» открылась в Щелковской художественной галерее. Палитра странствий весьма разнообразна. Сам Александр Беглов подчеркивает, работы подобраны особым образом, чтобы как можно обширнее показать географию путешествий и, что называется, перенастроить зрителя после пандемии на позитивный лад. А люди посмотрят, и как бы опять у них в глазах появятся искорки. Они вспомнят, как они ездят сами за рубеж на всякие морские там пляжи. Пляжи и пейзажи, города, фрагменты архитектурных сооружений – все это на полотнах автора. Есть среди картин и те, что нашли признание и на международных конкурсах. У меня есть работа, в том зале висит, это «Рассвет в Каннах», которая на международном конкурсе заняла первое место в Сеуле, в Южной Корее. Традиционно открытие выставок в Щелковской художественной галерее сопровождается приятной музыкой и, конечно, теплыми словами в адрес мастера. Это также не стало исключением. Это разноплановый человек, и вот все, что у него, наверное, в душе и внутри, да, так вот, мы это видим на картинах, потому что они совершенно разные. Это вот отражение его представлений, его характера, его души. Самое главное, что это все очень профессионально написано. Когда увидел картины, понял, что человек, ну, просто необыкновенный. Ну вот, настолько талантливый. Работы очень атмосферные, они переносят, вот он в свой мир всегда переносит, в общем-то это производит впечатление всегда. Попасть под впечатление, вдохновиться живописью, полюбоваться закатами и восходами, а также побывать в разных странах, не уезжая из Щелкова, можно в художественной галерее на выставке «Палитра странствий» до 11 октября.